В день всех влюбленных актриса Кристина Асмус поделилась снимком из импровизированной фотосессии. К слову, в ванной светская львица позировала без своего мужа Гарика Харламова. В день всех влюбленных актриса театра и кино, 30-летняя Кристина Асмус, поделилась в своем Instagram свежими кадрами, на которых она запечатлена в ванной. Ранее подобные снимки показывал выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин с экс-супругой актера Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Больше по теме Шаляпин и Цымбалюк-Романовская приняли ванну с шампанским и клубникой, звезды встретили День Святого Валентина. На романтическом снимке с Виталиной певец запечатлен с бокалом шампанского и клубникой. А как вы встречаете День Святого Валентина? Обратился к верным почитателям Прохор Шаляпин. А вот супруга юмориста Гарика Харламова в ванной позировала в одиночестве, без своей второй половинки. Напомним, что Кристина Асмус вот уже как 6 лет счастлива в браке с шоуменом Гариком Харламовым. В январе 2014 года актриса впервые стала мамой, подарив своему избраннику дочку Анастасию. Светская львица редко распространяется о своей личной жизни. Долгое время она скрывала от поклонников и прессы свою дочку, не показывая на фотоснимках ее личика.